Блин, придется ехать до 16-го. Но сейчас узнаем, это какого. Они нажимали на 17-й. А, тогда до 16-го. Я тебя, я видел только что, на что нажимали. Этот не музыкальный. Тот музыкальный, да? Да. Угу. Понятно. Я сказал, что уезжайте, а я видел, на что нажали. Ага. Так что я так... Я помню, просто пассажирский же был необычный мотор. Там... Да, блин, жалко, что и это, блин, заменили. А? Ну да. Ну прикольный был же грузопассажирский. Угу. С такой обшивкой. Ну да. Я тут где-то недели две назад переснял. А, то есть не так давно. Ну да. Угу. Поэтому я здесь все знаю. Угу. Ну все равно что-то снимать все равно есть. Ну да. Ну да, уже он поцарапает, я смотрю, тут впереди. Ну да. Тут тоже ждать. Да, здесь была кнопка. Угу. Я надеюсь, грузовой-то не будет занят. Надеюсь, что нет. Я помню, в 18-м году тут снимали. Это было 18-м. Да? После Паршина же мы потом. А, подожди. То есть я после Паршина. А, и да. И мы пересеклись тут. Я помню, да, я с одним подписчиком. Я помню, после Красной площади с Паршиным встречался, потом сюда обратно приехал. Mm-hmm. Он же у меня еще на Нагатинский бульвар 70 сводил. А, ну там что. Да, и вот здесь часы, главное, оставили. Ну да, но тут музыка нестандартная. Сейчас послушаем. А не играет, хотя играла раньше. Да? Тишина, да. Подожди. Но мне повезло было. Ну да. Не, сейчас нигде нет музыки. Охренеть, ну жалко, ну ладно. Но тут была нестандартная, помню. Это которое я снимал, да? Попадалось? Такие мелодии или другие? Ну да, но не стандартные таких. А-а-а. Как и в Атланте тоже попадалось. И в Евролитмаше вчера, где мы снимали. Ага. К сожалению, нет музыки сейчас. Ну, нас сейчас отключили, судя по всему. Ну да. Ну, помню, я снимал пассажирском, вот не было, а тут было. Жаль. Ну, ладно, главное, чтобы не сняли. Хотя бы как минимум. Ну да, мы в этом же подъезде до пересъемки снимали тут. Ну, хорошо. Так, а что кнопка горит, вам интересно? Грю, у меня тут раз так же горело, когда я снимал. А у меня обратно откроет сейчас, наверное, я так чувствую. У меня, по-моему, тоже так же горело. Да, открой. Ну вот, я тебе что и говорю. Это брюк. Вот у меня
меня вчера так же было. Ну понятно же, это эхомаксы глючат так. Ну вот, нет, я 3 градуса спускаюсь, да, это в лифте. Угу. Это сам, а ты пока едешь вниз. Ну вот у меня так же было. Вот, и получается так, что пока ты ехал на пассажирского, он меня опять открыл, вот. Ну, очень понятно.